помню, мы сидели у него на кухне, пили чай. Пришел, значит, Никита Михалков, он жил на два этажа выше. Он приехал только что из Тегерана, рассказывал про шаха, про шахиню, фантастику какую-то рассказывал. Потом Никита ушел, Володя проводил, закрыл за ним дверь, вернулся на кухню и говорит: смотри, как талантлив собака, да? Все наврал, а как интересно.